И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, ОЛТВ, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет, всем ОЛТВ. Ребята, вышла очень классная игрушка в Steam, называется «Опасный контент». Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня будем пробовать себя в роли ютуберов и снимать страшных призраков. Погнали. О, вот камера есть. Да, бери камеру. А на сколько времени у меня есть камера записывать? Я могу... ну тут не время, у тебя проценты из записи, батарейка садится. Ага, а так, процент... Фильм left, я вижу, камера, проценты есть. Mm-hmm. Так, а как себя снимать? На R. О-о-о, теперь я вижу свою мордяку. Да. Ага, вот приближать я вижу. Возвращать, запустить запись на... Вот, получается, этот... На левую кнопку мыши, но не делает, значит, лишний контент, потеряем. Так. А, ну и все получается. А дальше мастерство твое записи. Там. Ну все, идем тут, а где призраки, идем? Пошли, вот сюда, да. Надо. Так, ну у меня фонарика нет, это вы же должны мне светить, да, будете? Да, будем светить. О, погоди, давай, чтобы круче был звук, я микрофон куплю. Классный звук, да, ребята, в игре, когда он разговаривает так? Смотри, здесь есть касса самообслуживания. Такс. Вот, я куплю нам видеомикрофон. И смотри, сейчас вон туда, в небо. Ух ты, дрон прилетел. Четко. Опа. Давай, я беру эту кабаку. Ну-ка. Опа. Теперь у нас есть микрофон, чтобы круто было слышно нас на ролике. Давай, я закрываю. Давай, кнопку. Так, это мы сейчас вниз спускаемся, да? Да, это мы летим. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы хотите, чтобы я снимал разные интересные игры. Воу, блин, вот это атмосферно здесь. Чё себе? Бери камеру, и когда будешь видеть всякое интересное, жуткое, снимай. Я понял, блин, ну темновато здесь, но в этом есть прикол. Вы если что, говорите, если где-то призраки будут. Окей. Эхо такое в игре, я прям слышу, как Максим разговаривает вдалеке, и такой именно очень реалистичный звук. Как будто я слышу это в реальности. Я бегу, пацаны. Так, я вижу, у меня вон есть выносливость. Давай сейчас проверим, вот насколько вот тут звук передается, вот стоя вот тут рядом. И вот сейчас будешь ты слышать меня, когда я буду падать. Пока! Блин, ну классно. Базара нет, четко все. А ты что, просто прыгнул так от фонаря? Ой. Блин, я один остался, вы че? Прыгаем, ловим. А, надо прыгать? Да. Прыгай, я поймаю. Бу! Да блин, ты обманул меня. Нормально. Тут еще темнее. О, хоть фонариком немножко тогда подсвечивай. Подсвечиваю. Так, блин, я бы хотел, чтобы там призрак был. Будет он череп. Смотри, валяется. Я взял его. Вот он. А что этот череп дает нам? Не знаю. Просто как артефакт, который можно снять. Че, будем снимать, пацаны, череп? Контент или не будем? Давай. Будем. А где череп? Я его так и не увидел. Вот он. А че вы его выкинули? А вот ты возьми его в руки. Давай, неси его сюда и начнем, короче, снимать. Ребята, сейчас мы находимся в заброшке, и мы нашли очень классный артефакт. Смотрите. Это череп. Так, Максим, вот. Ты боишься? Я уже обосрался. Так, это выход. Ищи, ну, второй выход наверх. А может быть, что призраков нету? Не-не-не, они тут всегда. Ой, блин, микрофон сразу. Блин, если честно, страшно. Очень страшно здесь. Слышали? Нет. Я слышал что-то. Ну нафиг, пойдем в другую сторону. Так нет, мы же ищем призрака вроде бы, не? Так, да. А, там тупик, все, я понял. Тупик. Так, свети фонариком хоть немножко. Ай, ё-моё!
Кто иди там? Туда, иди туда, иди туда. Давай, снимай. Вижу. Вот, что ты начали, Виздрик? Это какой-то урод, он убежал. Ну все, фонарь сел. В ту сторону. Пошли. Ты записал его? Да, да, да. Вот и круто. Ребята, вы знаете, в чем прикол? Что все, что мы сейчас снимаем, вот эти нарезки, мы потом сможем посмотреть это на большом экране все вместе. И я думаю, это будет жесткий угар. То, что мы тут снимали, это будет, конечно, прикол. Так. Эй, иди с фонариком. У меня разойдется. А, все, сел, пацаны. Еще и фонарик сел. Развинки. Что-что? Развинки. Куда пойдем? Давайте пойдем направо. Я думаю, что призрак здесь есть, по-любому. Там свет. Это кто? У нас уже кислорода меньше половины, пацаны. Ё-моё! Смотри, снимай, кто это? Снимай. Я не вижу. Вон он, красный. А, вот. Кто это? Ой, сюда идёт. Это тур... Это робот? Вот. А, он стреляет! Беги! А, я бегу! Ещё? Это жесть, кто это такой? Знаю. Вот это он страшный. Есть, дверь закрылась. А он зашел. Бежим. Бегу, бегу. А если нас бы убили, что произошло бы? Ничего? Ну, если все умерли, то хана было бы. А если один, то только и папки спишут. Ребята, вы готовы сейчас узрить самый лучший фильм от Максима Димаса и ОЛТВ? Ребята, сейчас мы находимся в заброшке, и мы нашли очень классный артефакт. Смотрите, это череп. Он тяжелый или нет? Максим, ты боишься? Я уже обосрался. Так, будем дальше исследовать и найти, хотим все-таки каких-то призраков. Смотрите, что мы еще нашли. Это кость. Предполагаем, что это кость человека. Ну, похоже. Либо это просто я не доел. Возможно. Будем искать дальше. Вижу. Вот, что ты начали, Виздрик? Это какой-то урод, он убежал. А вот. Кто это? Он сюда идет. Это робот. Он... А, он стреляет. А, я бегу. А, он зашел. Да бегу, бегу. Так, где он? Вон он идет, смотрите. Смотрит прямо на меня. Стреляет. Так, ушел. Его кто-то отвлек, кстати. Пацаны, ну что, как вам? Страшно? Так, и что это означает? Мы набрали 978 просмотров? Да. Так, и что надо нажимать? Все, закрыть? Ну да, закрыть. Что-то мало мы набрали, пацаны. Ну, какой у нас оператор, так и набрали. Мне кажется, просто у монстра мало нас снимали. Ну, давай сейчас вот на следующее пойдем задание, и снимать буду я, и посмотрим. Давай, согласен. Пошли спать. Битва ютуберов. Не, мы на заправке вообще. Мы на другой карте. Такое все сгоревшее, да? Да. Ну да. Так, фонарик буду экономить. Сейчас будут пранки, я полетел. Так, прыгаем к этому человеку. Ух ты, блин, всегда кажется, что разобьюсь. Вот они, рахиты, попадали. Там призрак. Где? Вон там. Поднимите, давайте. Вот он, это кто? Ну да. Кто это? Ой-ой-ой! Ай, блин, жизни тратит! Ай-яй-яй, жопа морская! Ай, больно, пацаны, помогите! Меня убили! Ха-ха-ха, блин! Я даже ничего сделать не успел. Очень враждебно настроенный. Беги! Бегите, пацаны, бегите! А если мы умрем, то все, пленка не сохранится? Блин, я умер, ЛТВ, отойди оттуда. И забери камеру. Как?
Ну попробуй. Она подсвечивается синим, она там валяется. Ты сможешь, давай. Своруй, накопи стамину, подойди и своруй. Да, на контроле попробуй. Вот так, да. Ребята, очень важно. Он идет как раз, правильно ты уходишь. Он туда идет искать тебя. Беги, беги. Напрямую на него. А. Выход там. Давай. Это везение? Я не понимаю. Это везение. Это везение. Он сзади бежит быстро к тебе. Ладно, а, здесь тупик. Ты не с той стороны. Два рахита, это сила. Вы сейчас доиграетесь, он его убьет. Тут монстров много, да? Да, очень. Ребята, а не напоминает вам ли эта игра Lethal Company? Но мне кажется, я все равно просмотров наберу больше, потому что я в жесткач попал. Ну да, давай, как раз интересно даже. Ну, я снял тем более чуть-чуть. Вот посмотрим. У тебя было 970 просмотров. Не, ну можем возродиться, ты можешь доснять. Или уже нельзя так? Уже нет, только еще раз. Ну тогда посмотрим, что ты там наснимал. Видишь, просмотрим сейчас. Сейчас будут пранки, я полетел. Уху! Ой, еще раз. Уху! Вот они, рахиты, попадали. Поднимите, давайте. Вот он, это кто? Ой! Ё-моё! Бежим! Максим, ты лучший ютубер на планете. Поздравляю тебя. Склоняюсь перед тобой, щенок. Ой, Максим. Блин, ну прикольно, ребята. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком. Давайте, если вы напишите еще там в комментариях, давай продолжай играть в эту игру, то мы обязательно еще поснимаем. Кстати, можно еще взять Серегу, будет вообще весело. Серега тоже профессионал. И, в принципе, вот такие батлы можно устраивать, кто больше просмотров наберет. Это же круто. Да. Ну все. Если вам понравилась эта серия и эта игра, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.